В администрации Северского района состоялась 52-я сессия муниципального совета. В ходе заседания народные избранники рассмотрели 8 вопросов. Среди них – внесение изменений в устав муниципального образования Северский район, связанные с корректировками полномочий администрации, а также исполнение местного бюджета за 2023 год. Доходы бюджета составили 3 миллиарда 429 миллионов 700 рублей, или 104,2% к бюджетным назначениям. Расходы составили 3 миллиарда 343 миллиона 400 рублей, или 97,6% к бюджетным назначениям. Годовой отчет об исполнении бюджета прошел внешнюю проверку. Имеется положительное заключение контрольно-счетной палаты. 7 июня были проведены публичные слушания согласно установленным требованиям законодательства. Замечаний не поступало. Также обсудили изменения в положении о муниципальной службе, списание основных средств и другие вопросы. Все проекты решений, вынесенные на обсуждение сессии, депутаты поддержали единогласно.